работяг. Ну, кто тебя за рулем еще нарисует? Что ты комментируешь вот так вот прям? Вот, смотри. Вот так. Обгоняем, обгоняем, обгоняем. Поехали. Фу, такая тема, а? Ну, дорога. Ну, да. Сейчас обгонять будем скорую помощь. Вот, поехали, обгоняем, обгоняем, обгоняем просто. Обгон запрещен. Обгон запрещен, все, вот. Раз, раз. И сзади инспекторы ГИБДД сидят. Один. И второй. Ой, прячется. Ну ладно, бокс. Это видео. А нет, все равно. Жесть, все равно. Вот ты купил себе телефон за сколько? За 15? На 14, 15. Будешь все потом разберут? Нет, не все, только хорошо ты делаешь. Хороший, а то... Ну, есть. Ну, и зачем? Это еще, блядь. Ты хочешь, чтобы одним со мной шашем у тебя было лучше в голове? И мячики посмотри в мои наглые глаза. Нет. В мои наглые глаза. Ты себя не навел, если. Это хорошо. Можно не сидеть? Без комментариев. Да, без комментариев. No comment. No comment. Очень редкий. У меня есть одна съемка с тобой, кажется, в отделе. Там есть очень короткий кадр. Чуть живая вроде. Не рефлексы. Ребята, Игорь Иванович, снимите нас, не знаю, что я всегда снимаю, папа снимает, ничего не нажимаю, да в пузо. Господи, подайте нам этот раз, я только у нас маленький дом, как начнется. Ты кого, а что у нас как-то другое, в принципе, дело.
Так он хоть повысится на хрен. У них выходные на природе. На природе. Отдыхи. Дима, это что, исповедь? Каждый день. Я доходит сюда. Да, за усами еще не едем. Тесно, за усами не едем. Галисин Форел, да? Все дела. Как говорит, нельзя не насладиться, да. Дядя шел с инструментом вместо вас. Витюня, звезда Ефиба. Ой. Последний штрих. Вот сейчас открою. Много шипа. Фигу с маслом, две фиги с маслом. Это вместо глаз у меня чичи, это чичизенки типа. Отъезжаем. Валерий, ну теперь, ты зачем меня сюда привез, пацан? Скажи ради интереса. Ну уничтожи. Деньги отрабатывай. А вот это. А желтый это не, это цвет. Что тут у тебя? Пластик катаю. Вот, а я пластик. Не, в Ютубе можно такая, ну хорош. Вспомним за нашего Женю Егорова, вспомним за вашего хлопца, который у вас служил. Матвея Андрея. Василенко Диму Тимошевского. Ну, давайте помянем добрым, хорошим словом. Пусть земля будет им Бог. Мы их помним. Очень часто вспоминаю слово кума. Пусть земля будет пухом, царство небесное. Царство небесное. Царство небесное. Ну теперь можно снять на Nokia N8, Андрюх. А теперь воочию, смотри, во всей красе шашлык. Да, не, видно, не что. Шашлык. Да, не, получится. Не получится. Сильный огонь? Куски огромные. Не. Шампур провисает. Ничего. Я знаю, не, но это все знаешь, вот смотри, это можно было разделить. На два куска. Напополам, да. Топориком. У меня топор хороший. Цыгане сделали мне. Цыгане такое мачете сделали. Андрюш, принесу как-нибудь, покажу. Охренеешь. Ну, так настоящий топор китайский такой, знаешь? Ну вот, смотри, люди малопьющие. Смотри, внимательно. Раз, два. Не, нас просто много влазит. Мало. Вообще нам просто много влазит. Я вообще не пьющий, вот сейчас я показываю. Хоть раз сниму себя. Ну, в принципе, это же я и есть. Смотри. Потому что как бы никогда меня нету. Ну никогда, потому что никогда. И обычно не выкладываю такие штуки в интернет, потому что, ну правильно. Ну как бы. Это ну, главный злодей. Звезда Ютуба, да? Почему злодей? Ну потому что лицо злого следователя. Добрый. Вот добрый. Я это добрый. Не следователь. Не, ну если бы он был следователь, он бы был добрый. Я добрый опер. Как и я. Юра, вот единственное, смотри, а он вообще добрейшей позитив. Души. Позитивнейший человек. Клянусь. Да. Чего? Какого пепла? Правильно он все говорит. Да. Сейчас он выдувать это все будет. Смотри, беспредельщик, смотри. Там где-то корзинка. Ну вот, пацаны, чем мне нравится телефон Nokia N8, потому что, ну как бы он всегда со мной, он всегда с нами, да. И он снимает эти 12 мегов камера, и он, а вот он не любит вообще, нет, это сейчас он просто глаза напротив. Вот встаньте для примера, ты как спичный коробок, еще раз, встаньте. А? Удочка там лежит. Юрич, там просто лучше ловить. Наверное. Пойду с начальником. Пойдем с начальником. Погнали. Пошли, сейчас посмотрим, что он будет делать. Я потом на диски поскидываю все это. Ну, один диск, два там скину там. Да не, мне я на флешку заберу. Да или на Васин компьютер закину, а потом вы там это. Юрич. Я на Васе Гречишкина на компьютер скину все это, хорошо? Добро. А, знаешь, что я еще взял? Смотри, на.
Червяк там один был, и то он на него окунь поймался. А это хлеб, сама тема. Ну вот смотрите. Без опознавательных. Просто человек, ловящий рыбу в шикарное место. Юрич, смотри. Обалденно. Шикарно. Обалден. Я вот так вот смотрю. И вот это, я не знаю, кто это такой. Поверни-ка там затылком просто. Ну, жуть. Бандит какой-то. А вот, сейчас поплавки. Вот он. Да. Сейчас мы проследим концы. Что бы это значило? Где конец? Не-не, рука начало? Пошла. Чем это все закончится? Пошла рука. Уменьшаем грудь, крест. Ну и наконец-таки, вот он, да. Красивый мужчина в расцвете лет. А где же у вас пропеллер? Да, это такой. Где-то сзади. Я говорю, самый, да. Да, таких, нет, вот таких не вот. Клюют, нет, да я знаю, просто тут место хорошее. Тут нет этого. Зацепиться нельзя. Он знаешь, как у него как логика какая. Главное место. Я серьезно, я место люблю. Мне вот как бы рыба, да. Меня как-то раз завезли, пошли, за шефом пошли. И никто ж не будет знать, кто, ни фамилии, ни имени, ни отчества. Просто шеф, все. Шеф, что он тут делает, не вопрос. Рыбу ловит. Еще, сейчас покажем комментаторов. Сейчас, ну-ка, рыбы нет. А между чем я тут окуня поймал на червя. Черша там, что-то такое. Ну вот это дело, да. Да не жара здесь хорошо. Интересно. Не, ну понимаете, просто... Я скину это на компьютер, на Васин, смотри, да? И потом вы поймете, что я прав. Это однозначно. Увидим себя через пяток лет. Все нормально. Но это же не пидерсия, не пидерсия? Не, за вами. Я третьим буду, пацаны. А вот здесь спирсос, блядь, купаются. Не, а тут я не знаю. Во-первых, если у вас нет прививочки от лептоспироза, не советую этого делать. Лептоспироз. Господи, такой, ребят, ну вы же живете на Кубани уже не один год. Короче, крысиная болезнь. Не-не-не, это не крысиная болезнь, это лепта, это вообще гельминт, это я про себя. Объясняю, похож, нет? Чуть-чуть. Это гельминтоз. Я попадаю? Гельминтоз. Камера здесь, опа. Камера. Не-не, давай, вот смотри, всего 5.28. Ладно, объясняю, гельминтоз такой. Так попадая в кровь. На запись включен. Ну, конечно. Не надо. Да, это сам, не. Просто, не включен, да я не буду, это сам. Вот он, включен, конечно. Ну, это зачем? Самое. Это сейчас выключим. Вашим, что ли? Ну что, Юрич, надо выпить всем. Причем, блин, никто не купался, да. Давай! Отдел Булавинска, плюс казаки, блин. Соль есть? Да, организация. Соль, что? Водка есть! Давай сейчас, друзья. Можешь разъезжать? Саня, камера здесь. Виктор Иванович, два брата, один старший, другой младший. Давайте наливать. Тихо. Не, ну он обещался, но я его... Не, ну это напоследок как бы съемки видео, да? А слышь ты, привет, передаю привет. Хочу передать привет Вовчику. Вам понравилось сегодня? Да, понравилось. Хорош мясо жать по телефону. Я не знаю, кто такой Вовчик, но его привет. Это я Вовчик. Это он, смотрите, это вот это он. Я знаю, кто такой Вовчик, ему привет. Вовчик это вот он. Вот тоже Вовчик. А кто снимает, знаете, вот он. А это я. Я тут тоже был, как бы, да, я вот здесь. Вот он. Ложку. Я этот понятой всю жизнь, вечный понятой. Ложку. Перепонятой, я понятой. Это случайное совпадение просто. Ну это случайно, да. Я понятой, меня видно, я понятой. Вы понятой, да. Я понятой. Нет. А закон не нормально. Да скоро их не будет. Доктор сегодня кушает вот уху. Он для меня все равно будет доктор, не химик, как они его называют. Химики они сами, а вот он уху ест. Это что-то жесткое. Да. Серега уху ел. И Серега. Не, причем вот весь этот коллектив позитивный. Охуел, да. Чем уха бомба, серьезно. Ты охуел. Бутылку давай. Вот эту бутылку. Ванилина.
Я занят. Олег, дайте бутылку. Я вам дам. Вот она, одна, вторая. Она пустая, третья, вторая. И все пустое. Все пустое. Да. Сергей Вячеславович, она пустая. Юрий, кушай это. Смотри, вот ваш начальник реально кушает пустую. Здоровье не кашляет. Потому что одни алкоголики от него. Не, он позитивный очень человек, нормально. Повезло. Редкий лучший человек. Говори, потому что это же это для внутреннего использования. Андрей. Андрей. Есть? Андрей. Ей. Кто это? Андрей. Вот это нормально. Саша. Пока фокус поймал. Нет. Вообще, Сережа, вы были полчаса, мы два часа. Не, я полчаса был, мышки. Мы два часа. А мы два с половиной, смотри. Ты писюн, ты сами там еле родился. Где выгоняли из парилки, что я не видел там. Только зайдет, пошел вон отсюда. Не пиши. Погода, конечно, здрасте. Здравствуйте. Вам понравилось тут? Вообще. И мне, мне тоже понравилось. Вот так вот. Я не знаю, будет снимка, наверное, будет. Забирай тарелки, если чисто. Понял, сейчас. Шампура, туда мы нож. Шампура, Сереж, я кидаю тебе. А потом грязный пойдешь, не идем, надо помыть. Кидай. Пустая ли льем? Слышь, Виталий, возьми у него пару мешков таких черных. Для мусора, да? Сейчас соберем, сядем нормально, настроим, что у нас есть. Сядем, посидим. Да водка есть. Да есть, есть водка. Где? Принеси водки с машины. Точно, пошли. Точно. Все нормально, братан? Давай, здесь мужчина старший контроля хороший. Хороший. Ты товарищ начальник очень хороший, 27 лет. Так вот. Про кого? 37 или 40, Юрий, не говори. Монику, Монику. Да, сука, рыжая, да? Да, Монику. Кто? Я начальник, он уже поменял давно. Он уже спыль. Давай, позвони, с тобой поменял. Да. Слушай, штуки. Он вместе с Рейпером, с Юриком. Че, Валя? На Пашу. Как он родил? Паша. С кем говорит? Да я не знаю. Брат молочанька, день рождения, все дела. Так о чем Малика Пахана? Сделай кадр. Это же видео. Шел, конечно. Не, это видео. Какие кадры? Еще один. Вот два Виктора Ивановича. Да. Два Виктора Ивановича. Вам понравилось сегодня? А вам слабо? Нам слабо, но мне понравилось. Она мне. И она мне. Вот такой. В общем, я заканчиваю видеосъемку. Сегодня хороший день. Отметили день рождения, давая звание и все такое. Значит, сегодня какое число? Сегодня 22 июня 2012 года. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась. Вот такой вот дружный, грубо говоря, мягко выражаясь, замечательный коллектив. Все, до свидания. Бойцы — это
На чебурек, оказывается. Видео, видео. Да не, а я видел машину. Ну, снимаю, да я. Официант это как щелкнет так пальцем. Давай. Не, ну не после обеда, а в Ютубе будет. Ну да, правда. Растаманка мило. Life making flow. So I sit and I start to smoke. Не-не-не, я ж... This way of life is no joke. Мы смог спать. Ну как на работе? Александр Джулаев, как слышишь? Ага. Купил себе Ниву. Да, зеленый зеленый. Но я сейчас фотографию вам покажу. Нет, не продал. И что красиво делали? Ну короче, 90-го что ли? Сейчас такого-то, 90 какого-то. 90, ну хоть не такая, нормально. Так это он что, типа на рыбалку охоту будет? Да. То есть это не мое, по-моему. Да какая она милая, что она плыва. И на ней можно и картошку ловить. Правильно. А где ж Павлик стоит? А где ж Павлик? Куда он с ней отправил? Ты сегодня с вот. Amen. If you smoke, isn't the police man is a joke. Give him one of his super things, and the police man starts to sing. Хорошо все-таки, что вы есть, друзья. Это чебурек, я понимаю. Вот они кубанские чебурек, славянские на кубан. Славянско-кубанские, да? Славянско-кубанские чебуреки. Вот это. И все ж так по запах. Это если бы еще 4D-чик, как 5D. Да? Не-не-не, не надо. Это все тоже продумано, люди видели все. Смотри, сколько позитива во мне. Мне 40. Да, Андрюх? Да, да. Да, я. Цюк-цюк, домой хочу. Да. Вот они все, это ж не просто горячий, да, масло не пить. Красота. Это масляный сок, это же классика, а? Посмотри. А это? Судно сорти. И вот домашний сок. Подожди, судно сорти. Сейчас еще три дадут. А, два с мясом, один. Надо отойти, Маша. Вот там просто группа яиц. Кушать, ням-ням. Вот так вот они обедают и ужинают заодно. Ну ладно, все. Сегодня какое? Сегодня какое число? 17 сентября. Время, значит, 13:20. А где ты мой дед? Ты же